fucking boy. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы, как обычно, проснулись в 5 утра. Правда, не в славном городе Владивостоке, а в городе Москва. И решили съездить в музей авиации или в музей военно-воздушных сил России Монина. Именно раньше находилась еще военно-воздушная академия имени Гагарина. Гарнизонные дома остались, а академии больше нет. Первым делом самолеты. Ну а скейтеры потом. Кстати, в Монино практикуется раздельное складирование мусора. Вот он, тяжелый вертолет конструкторского бюро Миля Ми-12. Было построено всего 2 экземпляра. И пока шли летные испытания, данный вертолет был уже, собственно, государству не нужен. Самый большой и самый грузоподъемный. А вот, кстати, очень интересный экземпляр Ту-4, копия американского самолета. Когда ее копировали, скопировали даже фотоаппарат, который был в салоне. Так что спасибо нашим братьям-американцам. И спасибо Виссарионовичу. Вот экземпляры конструкторского бюро Туполева. Стояли на вооружении до конца 80-х, начала 90-х. Хочешь сходить на горнолыжку, возьми с собой экспериментальный самолет С-26 на лыжах. А вот и легендарный Ту-144. В подобном самолетике я думал побываю летом на Максе, но не получилось. Тоже очередной пример кучи потраченных денег и времени, а в итоге толком-то и не полетал. Я думаю, что большинство разработок было сделано, чтобы построить потом Ту-160. А вот и Ту-22М3. Очень радостно видеть живой здесь экземпляр. Как живой? Условно живой. Несколько лет назад в Воздвиженке была брошена целая часть подобных самолетов на растерзание металлистам. Там, кстати, в описании к видео я брошу ссылочку на эту поездку. А вот тут относительно живой экземпляр. Як-40 летал, Як-42 не летал, Ю-62 летал, я летал. А вот Ту-144. Знаменит тем, что на нем Хрущев летал в Америку в свое время, причем самолет еще был не испытан толком. Сделан на базе Ту-95, который мы видим перед собой. Удивляется своей очень длинной стойкой носовой, приходилось делать очень длинный трап. А также передовым уровнем комфорта для тех времен. Смотришь на Ю-62 и думаешь, кто бы красочки пожалел, не пожалел бы на него. Оказывается, чтобы покрасить такой самолет, нужно около 2 миллионов рублей. Где вы, спонсоры? Подсобите музею Монина. Скажите, Антоний, хотите пожертвовать 2 миллиона? Нету столько. Нет? Взять ипотеку, чтобы покрасить самолет. Гидросамолет Б-12. Один из немногих самолетов, который
транспортных из представленных здесь, которые еще находятся на вооружении, базируется в Крымнаш, если не ошибаюсь. Ил-76. В кабине этого самолета мне как-то удалось даже побывать. Далее Ан-24 полуживой и, по-моему, Ан-22. Слава Украине, героям слава. А вот Ту-95М. Красавчик. Бойтесь, пиндосы, гнева праведного. Ветролеты конструкторского бюро Миля. Какой-то экспериментальный самолетик. А дальше мы направляемся к самым интересным, наверное, экземплярам данной экспедиции. Самолету под названием Т-4 или Сотка. О, оно. Вообще радует, что с каждым годом музей все больше и больше прирастает экспонатами. Все-таки хотелось бы сказать спасибо, кто в этом помогает. Спасибо волонтерам, которые все это пытаются содержать в божеском виде. Все, конечно, очень грустно и плачевно, но без их труда, наверное, тут вообще было бы, был бы атас. А вот за штурвалом данного вертолета, ветролета, мне, находясь в таком юношеском или даже детском возрасте, приходилось даже сидеть. Вон Ту-95М, а вот просто Ту-95. Данный самолет был еще сконструирован еще при Виссарионовиче. По сути, его модификации летают до сегодняшнего дня и самый, наверное, долговечный проект конструкторского бюро Туполева. А вот еще ветролеты конструкторского бюро Миля. Хошь тебе Ми-8, хошь Ми-10, хошь Крокодил. Вон Ми-4 стоит. А это вот что-то какое-то экспериментальное чудо, которое на вооружении, насколько помню, не стояло. Это у нас Як-24, такой по американскому типу сделанный. А вон та большая дура Ми-6. А вот он, легендарный Т-4 или Сотка. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, который был построен. Боже, вбухано было огромное количество денег, совершив 10 полетов. Военные даже хотели заказать 250 машин, но в последний момент отказались. И самолет оказался никому не нужным. Интересен тем, что кабина у него поднималась, и летчики летели вслепую с помощью перископа. Полностью состоит из титана вся его обшивка, что, наверное, сделало его достаточно недешевым в производстве. Собственно, строили, люди проектировали, и в итоге слили самолет и стали разрабатывать Ту-160, который летает и поныне. А вот еще один интересный экземпляр, который тоже совершил несколько экспериментальных полетов и тоже оказался никому не нужен. Ну, про него я, честно, мало чего знаю. Вообще, говорят, фильм «Назад в будущее» должен был сниматься вот на этом аппарате. Но они решили принять другое решение. Странный самолет на воздушной подушке с эпичным названием «Эпос». На рыбалку едет. А вот и беспилотник какой-то. Видел такие только на сайте Википедия. Ну, собственно, вот так спонтанно мы сходили в музей военно-воздушных сил. Холодно, скомканно. Так что мы, конечно же, сюда еще вернемся, потому что экспозиция постоянно пополняется, это не может не радовать. Ну а вы подписывайтесь
и все такое. Всем пока, а мы пойдем греться куда-нибудь. Fucking boy.